Друзья, я уже затрагивала такие темы по поводу украшений, да, особенно вот в каком-то из своих последних раскладов чисток, украшения, которые переданы вам по роду, да, то есть поймите, это безумно сильная энергетика, то есть здесь могут быть украшения, да, там кольца, кулоны, серьги и камни. Скажу вам сразу, честно и прямо, не все можно почистить, каждый камень подвергается своему способу чистки. Какие-то мы можем положить в морозилку, какие-то там, да, допустим, почистить солью. Но опять-таки не все материалы, потому что если там, да, я вам сейчас насоветую положить украшение там, да, в соль, у вас нахрен это все окислится, да, мне тоже как бы проблемы не нужны. Поэтому давайте сделаем так. У меня есть контактный номер телефона, пишите. Это бесплатно, я просто вам подскажу, потому что не скоро я еще планирую. Я готовлю курс магический, да, вы об этом знаете. Вторую часть. Вот, эта тема будет затрагиваться. Не хочу я сейчас затрагивать эту тему, это немножечко не мое. Но если уж прям приспичило, да, опять-таки, если вам срезонировало, да, если вы смотрите мои чистки, расклады, если вам срезонировало, есть контактный номер, пишите, я всегда всем отвечаю, я не беру за это денег. Просто подскажу. И более того, мне нужна фотка, да, вот фотография вот этого предмета. Я просто вам четко скажу, что на ней есть, да, и каким способом почистить. Потому что, поймите, я не работаю по шаблону. Вот я вижу предмет, все, мне приходит информация, я знаю, что делать. Иногда это украшение просто надо в землю закопать, знаете, вот на 3 часа. Вот даже такое бывает. Иногда даже, понимаете, пописать на него. Ну, поняли, то есть вот, ну, вот так вот я работаю. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Да, стесняйтесь в комментариях, пишите лично, присылайте. Будем смотреть, будем выяснять, потому что я еще хочу объяснить, что, да, донести, что, понимаете, это род поколения, и вот именно камни вообще являются безумно сильным носителем энергии. Вот даже почему советую, да, вот я не знаю, там тот, кто до сих пор носит нательный крестик, даже кресты чистит, любое украшение, там, да, я тоже всегда чищу, там, да, свои там браслеты, какие-то амулеты. Это необходимо, потому что это ваша защита, и она со временем нацепляет, понимаете, как магнит дерьмо. Вы вот как огромный-огромный мешок это носите на себе. А вот представляете, вот эти вот, да, вот эти вот родовые украшения, сколько там нахрен накоплено. Да еще на них и наколдовать можно. Поэтому вот, знаете.